Я считаю, что если рассматривать данный вопрос, безусловно, сам артист, то есть сам творец должен решить, хочет ли он продавать этот контент или хочет, чтобы этот контент распространялся бесплатно. То есть правообладатель должен сам для себя решать. Если, конечно, кто-то, государство или какой-то уполномоченный орган государственный будет заниматься этим и будет зарабатывать деньги на творчестве других людей, я, конечно, считаю такие подходы абсолютно несправедливыми.